Друзья, нахожусь рядом с человеком, который сегодня оформил, ну, можно сказать, сабмишн 2019 года. Кирилл, я тебя поздравляю. И перед поединком ты мне говорил. Ты мне говорил, что ты что-то готовишь и готовься, типа, к сабмишну 2019 года. Расскажи, как прошел поединок и, ну, вот эмоции после такой победы. Спасибо за поздравления. Да, готовил именно этот болевой. Хотел вначале немного подвигаться, как всегда, свое что-то попробовать. Но открылась у меня сечка. И поэтому сразу мы перешли к борьбе, и уже именно этот болевой я готовил. Как бы мы с тобой разговаривали, что будет сюрприз, поэтому планируем на лучший сабмишн. Я понял, там был вот прям очевидный момент, когда Гасан принял положение, ну, грубо говоря, там мог, ты мог забрать эту спину, ты мог провести удушающую, но я сразу увидел, как ты идешь за ногой, и я сразу, ага, банана-сплит. Почему именно банана-сплит? Не знаю, интересный прием такой, ну, очень редко его в боях применяют, ну, мне кажется, тяжелый он, поэтому, не знаю, как бы мог задушить, понятно, мог, но, не знаю, мне прием понравился. Есть у меня еще мой коронный прием, но я его приберег для очень такого, когда уже будет тяжелая ситуация где-то, для серьезного соперника. Я понял, смотри. Тут начинают уже за кулисами идти такие разговоры, что сегодня же Михаил Одинцов стал чемпионом лиги WWC весовой до 70 килограмм. И многие стали поговаривать, что реально самым конкурентным оппонентом ему будешь ты. Как можешь это расценивать и как можешь расценивать этот чемпионский бой против Миши? Ну, я изначально, как мы в одном карде оказались, я уже сразу же увидел, что у него есть свой соперник, а у меня нет соперника. Я прикинул варианты, может такое быть, и у него соперник там травмируется и так далее. Я уже, ну, как бы мысленно я настроился, что я могу выйти на замену, хотя, может, мне еще было рано. То есть я был готов. И потом все-таки у него соперник снялся, и мне предложили, как бы как вариант. Еще это не утвердили. То есть у меня спросили, ты готов? Я сказал, да, я готов. И мы уже неделю я уже готовился на, как бы, на титульный бой, но потом не срослось. Ну ничего, я думаю, мы еще сойдемся. Я не спешу, я могу проводить еще один-два боя. Сколько мне лига даст, могу сразу выходить за титул. То есть будем идти к титулу. Я готов с Мишей сражаться. Мы, кстати, с ним знакомы. Мы по Панкратиону вместе выступаем. Правда, он 77 был, я в 70. И мы постоянно там пересекаемся. Ну, кстати, я сейчас перехожу в 77 по любителям. Поэтому, может быть, мы еще и раньше там встретимся. Я понял, тоже будет очень неожиданно. Кого бы ты хотел поблагодарить и как будешь отмечать эту победу? Хочу поблагодарить в первую очередь своих тренеров, Сергея Викторовича Чередниченко, тренера по физподготовке Антона Михайловича, клуб Iron House. Также мы сейчас стали частью команды клуба Шторм. Хочу их поблагодарить. Теперь мы будем уже, можно сказать, с поддержкой. Не так, как раньше. Раньше ездили за счет друзей. Кстати, благодарность моему другу Юрию Петросяну. Спасибо ему. Он мне помогал выезжать на сборы. Поэтому вот сейчас, ну, уже с поддержкой будем, думаю, нормально будем дальше двигаться. Я понял. Я видел у тебя в Инстаграме, ты проходил сборы в очень крутых местах. Расскажи немного подробнее об этом. Да, на прошлый поединок ездил в Таиланд. Ты как раз Юра мне помогал в этом. А сейчас проходил сборы в Дагестане. Там у меня есть друзья свои, передаю им привет. Привет Махачкале, Гуни. Ездил там, 3 недели готовился. Я понял. И теперь как ты будешь праздновать эту победу? Завтра лечу в Вену со своей принцессой. Ну, такой легкий турик у нас будет. Предложение, да? Нет, пока без предложений. Я вижу, как она на тебя смотрит. Ладно, я тебе желаю успехов. Залечить свою сечку, чтобы она у тебя вновь не открывалась. Ну и, соответственно, провести следующий поединок уже за титул. Большое тебе спасибо за такие яркие бои. Самый яркий боец лиги WWC. Кирилл Горобец. Генеральный партнер «Паримач». Титульный партнер «Немиров».